Доброе утро. Каждый день начинается одинаково. Так, у меня кошка загуляла. Надо ее закрыть. А то она на улицу просится. Ее Васька там помнет. Давай, хвост убирай. Сейчас вынесу мусор. Я уже управилась. Опять собака стащила. Сегодня утки мои ночевали на улице. Первый день, а то носилась с ними. Утром занеси. Вернее, утром вынеси, вечером занеси. Вы слышно, как птички поют? Чем красота. Блин, на улице уже тепло, а я по привычке все еще хожу в теплом халате. Да, собаки, где были? Что ты тут, кокоша? Скоро тут у тебя цыплятки будут. Ой, у тебя уже есть цыплятки. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Уйди. Ой, да не трогай, не трогай. Все, не трогай. Все, сиди, сиди. Все, проверила я все свое хозяйство. Всех накормила. Ой, сказать бы, что спать хочется. Не хочется спать. И делать ничего не хочется. Кнопа. Ёлка упала. Ой, на улице хорошо, тепло. Блин, мне надо сегодня будет ехать. Вернее, ехать надо будет ему, а поеду я, как обычно. Уточки летают. Ой, Тайсон, ты бы ее порвала бы, да, Тася? Ляпота. Красота. Не видно, вон там далеко. Ну, камера не видит. Наверное, это не утка, а что-то. Не знаю, как она называется. Она строит гнездо. Камыш складывает. Так, пошли дальше. Да блин, да что я раздевалась-то? А, все хозяйство за мной следом идет. А, я вас не покормила. То вы за мной ходите, да? Пошли. Блин, трава растет со скоростью света, надо уже все полоть. Вот это откуда мне взялось? Вот это колючая, как она там называется, эта трава. Все заплело. У меня виноград, нужно сделать беседку. Не знаю, с чего бы я так придумать. Его нужно тут пообрезать. Уже вон гроночки какие. Вот гронка. Я на ней вижу. Много понавязывалось. Но их нужно поубирать, пообрезать. Это все. Хочу вот эту розу убрать. Она мне вообще мешает. Так, собаки. Где-то у меня еще была клубника. Малое съела, еще осталось. Так, а вот, есть клубничка. Сейчас себе сделаю кашу с клубникой. Это еще зеленая. Где-то у меня еще была спелая. Блин, а вот. И тут еще зеленая. Тайсон, не обижай малышей!
О, эту клубнику уже кто-то вырвал. Я имею в виду с корнем. Розы, мои розы. Красота-то какая. Ну что, пошли завтракать. Утро начинается правильно, а потом, как всегда. Всегда гора посуды, бардак. Когда это уже все закончится? Так. Собралась варить себе кашу, у меня закончилось молоко. Как я так не досмотрела, не знаю. В общем, закончилось у меня молоко. Так что как-то вот так. Значит, будет у меня овсяночка на воде. Так, неудобно одной рукой. Поставила уже свою кашу. Будет у меня каша на воде. Закончилось молоко. Я люблю такое молоко вкусное. Закончились овсяные хлопья. Один раз, наверное, один раз не хватит. Ну, здесь у меня клубника, немножко орехов. Короче, правильный завтрак. Все позаканчивалось, а финансирование не поступает. Так что нужно, наверное, идти на работу. Домашний труд не оплачивается. Так что такие дела. Здесь у меня кефир и семена льна. Надо было по-хорошему с вечера поставить. Ну, я как обычно забыла. Сейчас постоит и съем его. Хотя мне сегодня ехать, все равно съем. Моя каша готова. Сейчас она остынет. Люблю вот такую скользкую. Даже это еще густая. Люблю пожиже. Нашла пакеты со всеми хлопьями. Так что у меня еще не все потеряно. Не все, правда, найдено, но еще не все потеряно. Вот такие вот у меня шлепочки. Почему-то раньше мне такой фасон не нравился. А сейчас из всех я именно такие выбрала. Они мягенькие, удобные, легкие. Цена, конечно, по сравнению с тем годом в 2 раза поднялась. Ну, мне нравится. И купила себе еще вот такой вот костюм. Футболка не с этого костюма, то есть футболку я уже подобрала. Брюки и рубашка. Сейчас померяю, посмотрю, как оно дома сидит. Как в магазине и как дома, это 2 разные вещи. Я немножечко себе сегодня подняла настроение. Прям совсем чуть-чуть. Купила себе костюм. Купила шлепки. Еще осталось купить нижнее белье. Я записалась на стрижку. И хочу сделать смывку цвета. Ну, то есть вот эту всю рыжину. Да, у меня тут седина. И хочу, чтобы полностью весь мой цвет остался. Сейчас покажу. Немножко не влазю в кадр. Не влезаю. Ну вот. Вот так вот это все выглядит. Качество такое вот оно, прям мягенькое, приятное к телу. Ну да, очень такой большой размер. Но я думала, размер будет больше. Я даже на 1 размер ошиблась. Я думала больше, но получилось меньше. Это можно вот так вот застегивать. Полностью можно под поясок, но поясок мне особо не нравится, мне больше нравится вот так вот. Ну еще и плюс шлепочки. Так что
Дама на выход готова. А еще я уже подготовилась к лету. У меня два вот таких замечательных купальника. Ну, расцветка, конечно, не современная, не молодежная. Ну, вот этот еще более-менее такой вот. Ну, во всяком случае, все, что налезло. И тому рада. Худеть не собираюсь. Ну, хотелось бы, но... Ну, пока не получается. Так что к лету, может быть, что-то еще и получится, но пока никак. Здесь вот на таких завязках регулируется. Здесь тоже. Здесь у нас что? А, здесь просто бретелечки застегивается. Ну, как обыкновенный бюстгальтер. И здесь такой же. В общем, все померила, все подошло. Так что, если я похудею к лету, он у меня будет большой. Здесь хочу посадить рассаду, но не хочу полоть. Блин, она трава уже такая. Здесь кабачки у меня. 4 штуки взошло. Огурцы так и не взошли. Там частично там что-то из 2 пакетов. Совсем чуть-чуть. Блин, оно совсем коржом. Не хочу тяпкой. Сейчас, если выгонит мотоблок, перемотоблочит. Не хочу. Блин, слишком много. У меня роза цветет. Уже все надо полоть. Морковка плохо взошла. Свекла еще более-менее. Редиска. О, укропчик уже хороший. Блин, уже все надо полоть. Все. Клубника усы уже выпустила. Малину надо прополоть. О, это мои эти. Растюшки мои. Зазеленели какие. Похорошели. О, даже новые листики выпустили. И вот. Значит, приняли. Все нормально. Так заливаются. Пришла поближе. Так, мотоблок никто не хочет выгонять. Так что мне придется брать тяпку и полоть. Так не хочется. Там слишком много. И солнце. Ну, как раз пока солнышко зайдет, я это все выпалю. И буду садить рассаду. Ну, что делать. Сама хотела дома сидеть. Вот теперь и сижу дома. За работу мне так еще никто не звонил. Ну, в принципе, там выходные были. Сейчас праздники. Сейчас, наверное, никому и дела нету до этих анкет. Так что... Подождем, я не спешу. Даже я не то, что не спешу, как бы у меня и нет желания идти работать. Лучше я дома посижу. Дома работы много. Если бы еще и за работу домашнюю платили бы, было бы вообще шикарно. Столько работы не переработать. Красота. Красота. Так, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Беру тяпку и иду полоть. Тайсон, пойдешь со мной? Увидимся завтра.